Итак, эстафета Александром принята. Да, ребята, вот... Часы мы до сих пор ушатать не смогли. Теперь вот... Часы работают. Все, время показывает. Часы. Сейчас будем проверять дрелью. Давай. Они должны когда-нибудь сломаться. Не просверлить. Блядь, подожди. А может турбиночку? Сейчас попробуем турбинкой, блядь. Твою мать, что за часы? А где турбинка? Турбинка. А вот она турбинка. А вот она турбинка. Сейчас попробуем турбиночку. Вон они, часы валяются. Пни сюда мне их. Часы здесь, все на месте. Вот, там что-то пикнуло, а? Так, чуть-чуть. Будильник сработал. Повреждения небольшие есть, но это... Это все херня. Вот, все, показывает. 23.11. Все. Чуть-чуть. Почти включил. Да хорош. Ты что ли сломался уже, блин? Так, а как турбинка-то включается? Да ёптель-моптель, блядь. Она не включается. Розетка не работает, ребята. А да ты не воткнул туда-сюда. Да потому что не воткнешь ты в эту розетку. А вон в ту втыкай. Это советская розетка. Вон в туду. Сюду, блядь. Эти вилки не идут. Вон она, тудаськи-сюдаськи, вот. О, в эту пойдет. Да. Итак, ребята, проверяем турбинкой часы Андрея Александровича. Итак. Проверяем. Давай, пни их сюда. Подожди. Проверяем работу. Ау, горячая, сука. Они тяжелые. Так. Работают, блядь. Часы. Хуй там. Чего там? Не туда. Не работают. О, на. А, часы работают. Ни хрена себе. Все, 21, да. Так, подождите. Второе число. 11. Вот на моих сверяем. Вот, пожалуйста, пожалуйста, сюда смотрим. Стопы. Так не понять. Это какая-то реклама часов. Есть топор. Давай. Обычный способ. Так, сейчас мы застежечку убираем. Как-то мы ее тут убираем. Как-то же она убиралась все равно. Как она расстегивается-то? Вот она так вот расстегивается. Вот. Часы 500 рублей, напоминаю, стоят. 500 американских рублей. Просто 500 рублей. Блин. Итак, проверяем топором, ребята. Давай. Ха-я! Ёптель-моптель! Наконец-то я сделал это. Часы перестали работать. Ага, сейчас. Работают, блядь. Где они работают? Нажми кнопочку. Блядь, ты их высыпал.